Чувашская республика заняла первое место по итогам конкурса среди военных комиссариатов Центрального военного округа на лучшую подготовку граждан к военной службе. Итоги подвели на днях в республике Татарстан. В 2019 году норма призыва граждан на военную службу Чувашии была выполнена на 100%. Отправлено в войска 2456 человек. Первое место среди военкоматов Центрального округа Чувашия занимает второй год подряд.